кто ежика видел? Он колючий такой, и вряд ли возьмешь его голой рукой. Он может свернуться в клубочек, как мяч. Попробуй так сделать, вовнутрь все запрячь. Встречаются люди у нас на пути, которых так хочется нам обойти. Десятой дорогой проблемы сбежать, ведь нам и без них тяжко в мире дышать. Бывают такие сердца у людей, похоже, они на колючих ежей. Они языком уязвляют других. Куда забежать и укрыться от них? А если с такими нам жить суждено? Я думаю, жить среди них нелегко. Как их полюбить? С ними в дружбу вступить? И в мире в согласии радостно жить? Идет человек, неприветливый взгляд. Он грубый, колючий, он встрече не рад. Слова его колки, как розы шипы. Готов ли сейчас пообщаться с ним ты? К нему подойди в рукавицах любви и крепко, по-братски его обними. И слезы от счастья пускай потекут. Есть люди на свете, что горе поймут. Колючие люди, они среди нас. Они задевали нас в жизни не раз. Реакцией, взглядом, поступком своим мы видеть их больше совсем не хотим. Я думаю, нужно взглянуть на себя и Богу сказать, ничего не тая. Я вижу, Господь, что и я не таков. Во мне много так необдуманных слов, которых мне стоило бы не говорить. Хочу я прощения за это просить. Какое прекрасное чувство, любовь! Так хочется ею наполниться вновь, друг друга любить, нам Господь помоги, и добрые чувства нам в сердце вложи, с терпением жизненный путь проходить и ближних ошибки терпеть и сносить. И в тайне души помолиться за них, за близких и дальних, за наших родных. Давайте друг друга никогда не судить, дни жизни своей в чистоте проводить. Мы все устаем, сил идти больше нет, духовно слабеем, и тусклый наш свет. Все наши колючки всех колят тогда, и это, пожалуй, большая беда. Обиды, ссоры и споры людей — все это колючки, от них нам больней. Ты Духом Святым нас, Господь, обличай, шлифуй наш характер и ум озаряй. Господь, все колючки скорей убирай. Как с ними дойти нам в обещанный край? Ты нам помоги дружелюбными быть и нелицемерно людей всех любить. Кто силен духовно, тот может любить. Обнять человека, плохое забыть и светлые стороны вспомнить о нем. И встать на колени, молиться вдвоем. Давайте мы Господа будем просить, чтоб ближним мы ран не могли наносить. Пусть Божья любовь всех в одно соединит. Пусть эта любовь днем и ночью горит. Аминь.